Например, на доске изображена схема передвижного рельсового крана. Известен вес крана. Он равен F. Даны размеры А, Б, С, Д. Известно положение центра тяжести крана. Необходимо найти максимальный груз, который может поднять кран, и максимальный противовес крана, G. Решение. Первое. Найдем максимальный груз, который может поднять кран. Если груз будет слишком велик, кран опрокинется, поворачиваясь вокруг левой опоры. Следовательно, реакция N2, которая возникает в правой опоре, будет равна нулю. Произойдет отрыв опоры от рельса. Составим уравнение моментов относительно левой опоры для того случая, когда груз будет слишком велик. P. P – это вес груза. Умножить на плечо А. Знак плюс, так как сила P стремится повернуть тело относительно левой опоры против часовой стрелки. Сила F – вес крана. Умножить на плечо А минус D. Знак плюс, так как сила стремится повернуть тело относительно левой опоры против часовой стрелки. G – сила. Это противовес. Умножить на плечо B плюс C. Знак минус, так как сила G стремится повернуть тело относительно левой опоры по часовой стрелке, равно нулю. Первое уравнение равновесия составили. Составим второе уравнение равновесия для того случая, когда вес груза будет равен нулю. Если противовес будет слишком велик, а вес груза будет равен нулю, кран может опрокинуться, поворачиваясь вокруг правой опоры. Следовательно, реакция N1, которая возникает в левой опоре, будет равна нулю. Произойдет отрыв опоры от рельса. Составим сумму моментов относительно правой опоры для такого случая. Противовес G, сила противовеса, умножить на плечо C. Знак минус, так как сила G пытается повернуть тело относительно правой опоры по часовой стрелке. Сила F, вес крана. Умножить на плечо A плюс B минус D. Знак плюс, так как сила пытается повернуть тело относительно правой опоры против часовой стрелки. Равно нулю. Мы получили систему с двумя неизвестными. Одна неизвестная P, другая G. Вес груза и противовес. Решим эту систему. Система решилась с помощью компьютера. Мы нашли максимальный груз, который может поднять кран, и максимальную величину противовеса. Система решена в общем виде. Зададим значение. Если вес крана будет равен 600 кН, размер А будет равен 20 метров, размер Б будет равен 5 метров, размер С равен 6 метрам и размер Д равен 18 метрам, подставляя эти значения в систему, в решенную, получаем: максимальный груз будет равен 325 кН, а максимальный противовес крана будет равен 700 кН. Задача решена.